что ты мне можешь дать? В рот. Всем привет! Конечно, ситуация юмористическая, в это постановочка и все такое, но знаете, зачастую, вот если спросить женщину, что ты можешь ожидать мужчине, она скажет, что там любовь, забота, но это все полная фигня. На самом деле, все, что она может ему предложить, это вот просто вагинюшка. И, соответственно, когда баба вам начинает залупаться, что ты можешь мне дать, в рот это самый четкий ответ, потому что после этого есть вероятность, что 90 из 100 она заткнется.